Здравствуйте, хочу представить обзор распаковку. Это у меня пришла вот очередная дичь. Subur S19, магазин тот же, который распродает вот эту дичь от Santino. Santin STN Line Electronics, что-то типа того, такой магазин. В общем, посылка шла у меня 50 дней, ну, коронавирус, все дела, наверное, вот эти все задержки имели место. 95 стоит $13, сейчас у него цена. 5266 рублей он не обошелся, $70.5. На тот момент доллар стоил 74,7 рубля, 27.04.2020. LZCN, почтой Китая добрался, Mobile Phone, $75. Продавец обозначил, ну, что-то около того, 488 грамм. И что у нас здесь интересного? Материал корпуса. Рама металл крашеный, плюс стеклянная крышка. Две насимки, либо одна насимка плюс microSD-карта, универсальный слот. Экран IPS OGS 5,84 дюйма, 19:9, 2280 на 1080 разрешение, мультитач 10 точек. Железо здесь Helio P23, MT6763, VB 16 нанометров, Cortex A53 на 4 на 2,5 ГГц и 4 на 1,6 ГГц. Mali-G71 MP2 видеоускоритель, оперативки 4 ГБ, LPDDR3 4X, внутренние 64 ГБ. Из частот LTE B3 поддерживается, B7, B20, к сожалению, не поддерживается. Аккумулятор литий-ионный, 3000 мАч, батарея несъемная. Основная камера 13 мегапикселей от Sony. Sony IMX 258, апертура f2.8, плюс 5 мегапикселей, дополнительная камера. Фронтальная камера на 8 мегапикселей. Xenix High 846 f2.4. GPS от GPS GLONASS, ось Android 7.1.1 на борту, USB Type-C, 3,5 мм джек. Датчики основные, магнитный, компас есть, сканер отпечатков, Face ID, индикатора, OTG, гироскопа и NFC нет. Размеры аппарата 148 на 73 на 8 мм, вес 174 грамма. Вот так вот все упаковано. Давайте будем все это дело вскрывать. Внутри, как видим, пупырка. Вот этот чехол обещанный, Santin P1. Сейчас заодно его примерим. Santin P1. В общем, такая какашка получилась в плане того, что 4G не ловит и GPS. Но GPS можно было настроить, но невозможно сюда зайти в инженерное меню. Чехол отлично сидит, все кнопочки на месте, отверстия под камеру. Все хорошо в этом плане. Убираем все это дело. Также идет в комплекте переходник с китайской на нашу зарядку. Вот такой переходник. И вот наблюдаем вот такую коробку Subur S19. Здесь вот какая-то аббревиатура, что и чего. 2008, 2013, какие-то здесь идут версии. Subur S19, Subur 2019. Информация по IMEI. Прикольно выглядит коробочка. Здесь какие-то каки. Также видно было, что здесь, наверное, был какой-то стикер от производителя. Вот Subur надпись. И вот какие-то две боксерские перчатки получаются. Вот такой логотип. Здесь все на китайском. Кто знает китайский, пишите. Сверху, как всегда, от Santino вот такая подкладка, чтобы у нас ничего не повредилось. Сам аппарат в таком в кармашке в солидном лежит. Скрепка в комплекте. Открываем коробочку. Что здесь видим? Шнур USB. USB Type-C. Это, конечно, радует, что у нас Type-C. Также еще у нас идут, в комплекте идут наушнички. Наушники LR. Название бренда здесь не вижу. Может быть, они вообще ноунейм. Но, конечно же, приятно. Есть кнопка ответа на вызов. Наушники типа затычки, 3,5 мм джек. Также идет зарядник в комплекте. Так выглядит зарядник. 5 вольт 2 ампера, ничего необычного. В общем, все обычно, простой зарядник, 5 вольт 2 ампера. И вот с таким вот переходником. Он легко одевается. Также в комплекте у нас идет... Также в комплекте идет... Такая книженция, скорее всего, это гарантийный талон. Книжка с гарантийными талонами. Пакетик с силикогелем, чтобы влага у нас не повредила. И, конечно же, респект продавцу на такую дичь. Желательно иметь чехол. Посмотрим, как в чехле аппарат выглядит. Так аппарат выглядит в чехле. Кнопочки закрыты. И все отверстия на месте. Я думаю, неплохо выглядит. За чехол, конечно, респект продавцу. Все, это дело убираем. Переходим к самому смартфону. Вот такой конвертик незамысловатый. Как выглядит сам аппарат. Сверху техническая пленка. Ее убираем. Под ней заводская пленка имеется. Сзади тоже наклейки. Вот Subur S19 с различной информацией. Также эту наклейку убираем. Наклейку с камеры.
Ну и давайте по внешнему виду. Спереди у нас 5,84 дюйма, 19:9, 2280 на 1800. Вот такой Full HD плюс дисплей. Имеется небольшой эффект 2,5 D. Сверху передняя камера на 8 мегапикселей. Разговорный динамик. Здесь же расположены датчики приближения освещенности. Давайте включим пока аппарат. Вот у нас идет включение. И вот такие вот рамки видим. Ну, такие средние рамки, можно сказать, за свою цену нормально. Снизу борода, сверху ничего, слева лоток для сим-карт. Давайте посмотрим. Лоток у нас металлическая основа, пластик, две наносимки, плюс одна наносимка, и микро SD-карта. Вставляем обратно лоток. Слева кнопка включения-выключения, сверху регулировка громкости. Качелька, она у нас разделенная. Такое ощущение, что у нас корпус металл, рамка металл. Это тоже очень похоже на стекло. Скорее всего, это пластик. Могу ошибаться, сейчас очень трудно разобраться с материалом. Больше похоже все-таки на стекло. Снизу отверстие для микрофона, 3,5 мм джек, USB Type-C разъем, мультимедиа динамик. Сзади надпись «Subur», сканер отпечатков пальцев, AI-камера F2.0. Камера у нас немножечко возвышается над крышкой. Камера здесь заявлена 13 мегапикселей основная и 5 мегапикселей дополнительная. Все это дело хорошо заляпывается. И вот крышка у нас черная, и видно вот такие вот переливы у крышки. Смотрится, я думаю, отлично. Аппарат отлично лежит в руке. Напоминает Xiaomi Mi A2 Lite. Давайте перейдем к настройке. Выберем язык. Прошивка мультиязычная. Русский. Интересно, вот сразу видно корявость перевода, отмена, подклю. Ну, это все, я считаю, мелочи, лишь бы работа самого аппарата была не глючной. Но вот сразу же в глаза бросается, это настоящая дичь. Идет проверка обновлений. И сейчас войдем в наш аккаунт. Зарегистрируем сканер отпечатков. Так у нас сканируется отпечаток. Идентифицируется. Ну вот, аппарат загрузился. Так выглядит он из коробки. Немножечко, мне кажется, желтит. Давайте сделаем. Тут у нас вся яркость. Такое ощущение, что теплые тона, и он немножечко желтит. Экран. Минимальная яркость, я думаю, неплохо. Минимальный порог хороший. Имеются кнопки «Назад домой меню» в стиле Santino. Вот у них вот аппараты вот с такими кнопками. Если нажать на кнопку «Меню», у нас уходит местный диспетчер задач. Можем так очистить все, либо убрать кнопки. Имеются из коробки Google сервисы, голосовой поиск, календарь. Это всего, скорее всего, что-то китайское такое. Нет, Google календарь. Но почему-то он с иероглифами. Проверим, как сканер срабатывает. Какой-то интересный эффект, когда он открывает. Срабатывает очень шустро. Как будто затвор какой-то срабатывает. Прикольно. Также имеется FM-радио, файловый менеджер. Имеется встроенная галерея. Так, здесь если нажать в середину экрана, у нас ничего не выходит. Скорее всего, обои. Все это дело находится в настройках. Сверху шторка с быстрыми настройками. Видим вот такую темную тему. Bluetooth, Data Connection. Это у нас недоперевод, хотя русский язык у нас стоит. Автояркость. Что-то сразу на минимум ушла эта яркость. Тихий режим. Давайте также, как фонарик светит, посмотрим. Однодиодная вспышка, ну, в принципе, так хорошо ослепляет. Так, как понимаю, холодные тона Blue Light моды. Включаются холодные тона Blue Light моды, если выключить более теплые тона. S-Capture. Это у нас связанная со скриншотами функция. Domancy. Батарея Standby Intelligent Power Saving. Подключил зарядное устройство. Индикатора пропущенных вызовов событий здесь не вижу. Конечно же, это минус. Жаль, что его здесь нет. Также подключил флешку по OTG. OTG у нас не поддерживается. Еще один минус. Вот так выглядит звонилка. С тела здесь русского набора нету. Проверим, как датчик приближения срабатывает. В принципе, нормально. И у нас появляется запуск записи. Вот рекордер. Разговорный динамик средний, можно было и погромче, мне он тиховат показался. Наверное, тоже нужно в инженерном меню ковыряться. Пройдемся по настройкам. Такие цветные иконки от Santin, прошивка от Santin у нас. Режим полета имеется, пункт Wi-Fi, Bluetooth, Dual Card and Mobile Networks, недоперевод. Можно настроить сим-карты, выбрать для телефонных звонков, для SMS и для мобильных данных. Aura Wireless Connection, здесь можно также настроить точку доступа, USB модем. Sound and Vibration, опять недоперевод, другие звуки, Sound Enhancement, Bass Loudness, Volume Booster for Speaker, скорее всего, это усилитель громкости динамика, выберем рингтон.
динамик мультимедиа особого раздражения не вызывает. Особого хрипа я чего-то там не услышал, все в этом плане хорошо. Notification and status. Пункт notification and status bar. Уведомление status bar. Notification manager. Что у нас будет уведомлять? Display battery percentage. Показываем процент батареи внутри. Real-time network speed. Это тоже хорошо. Вот показывает, какая скорость у нас интернета. Так, вот этот значок потом девается. Когда интернет начинает что-то качать, значок этот появляется. Ну, посмотрим. Ну, do not disturb. Это также режим не беспокоить, только важные повторные вызовы. Блокировка визуального оповещения. Блокировать при включенном экране. Блокировать при отключенном экране. Display brightness. Это пункт display. Адаптивная регулировка имеется. Light mode. Это, скорее всего, когда включаем ползунок, у нас защита глаз идет. Такой, более такой красноватый эффект. Можно настроить время, когда у нас будет этот эффект. Также screen эффект. Какую сторону это все будет. Либо в холодную, либо в теплую сторону. Спящий режим. Размер шрифта. Трансляция. Подразумевается Miracast. Также здесь в быстрых настройках можно увидеть, что можно еще добавить. Hotspot и Data Saver. Hot Purple Lock Screen. Можно вот здесь обои выбрать, какие мы хотим увидеть. Давайте, допустим, Apple Launcher и на Lock Screen. Вот такие вот обои. Магазин Lock Screen. Также вот альбом. Можно выбрать с галереи обои. Пункт безопасность, блокировка экрана, местоположение администратора устройства, вот неизвестные источники, можно разрешить. Face recognition, это сейчас зарегистрируем свой face. Вот идет регистрация лица. Use face unlock and bright screen. Можно убрать, будет сразу распознавать лицо. Сейчас посмотрим. Так вот, в принципе, неплохо разблокирует. Если убрать этот ползунок, нужно делать свайп. Что-то непонятно, вроде бы я... А, да, по свайпу. Здесь почему-то не распознает. Оставляем этот ползунок, и у нас, в принципе, небольшая чуть-чуть задержка есть. Он разблокирует моментально. Fingerprint Identification, Fingerprint Manager. Можно добавить, вот я два пальца добавил, можно еще добавить отпечатки пальцев. Пункт батарея, Standby Intelligent Power Saving. Сейчас у нас интеллигентный стоит режим сохранения энергии. Red Packet Helper, опять недоперевод. Smart Assembly, Navigation Bar. Здесь недоперевод идет. Backlight Cooler. Это у нас для навигационного бара. Можно поменять. Navigation Bar может быть спрятан, может быть постоянным быть. Также имеется у нас режим свайпов. Все это снизу, с боков у нас нету. Hidden Gesture Indicator. Так вот назад выходим. На рабочий стол. Тянем вверх. Диспетчер задач выходит. Ну, прикольно. Обклоны. Можно добавить приложения какие-то в клоны. Shoulder Power On Off. Это у нас расписание включения-выключения. Flip Silent. The Parent Tag Screenshot. Это тремя пальцами можно делать скриншот. Three Finger Skid Start Split Screen. Smart Assembly. Вот такой недоперевод имеется. Интеллектуальная доступность. Navigation Bar. Навигационная панель. Это ясно. Обклоны. Клон приложения. Расписание включения-выключения. Подвеска возврата, это вот такая вот кнопочка возврата дополнительная имеется. Flip Silent, Flip Молчание, перевернуть телефон при входящем звонке, он у нас выходит беззвучный режим. Три указателя, это три pointer, take screenshot, делаем тремя пальцами скриншот сверху вниз. Three finger, skid start, split screen, это делаем тремя пальцами наоборот снизу вверх, разделяем экран на два экрана. Карманный режим, Pocket Mode, громкость звонка увеличивается, когда у нас аппарат находится в кармане. Touch Protect Mode, это у нас защита от ложных нажатий, когда у нас аппарат лежит в кармане. Пункт Other Settings, дата, время, по хранилищу информация. Вот у нас из коробки сколько, свободно 50-68 гигабайт, Assembly. Я думаю, тут все стандартно в этом. Специальные возможности, гейм-моды, рединг-моды, коррекция цвета, печать, восстановление, сброс. В пункте Assembly есть вот недоперевод, гейм-моды, рединг-моды. Ну, гейм-моды, понятно, режим игры. В режиме игры домашняя кнопка Home будет заблокирована. Не нужно беспокоиться о случайном нажатии кнопки, чтобы выйти из игры. Рединг-моды, режим чтения. В режиме чтения экран будет держать свет. Закройте этот режим при выходе чтения, экономя энергию. System Update.
сюда ничего не заходит, о телефоне. Ось Bingo, модель number, Subur 2019, Bingo ось 8.0, оперативки 4, внутренние 64, разрешение 2280 на 1800, версия Android 7.1.1. Вот такой номер сборки, Subur 2019, версия 2.11. Пункт Application Management. Application Management. Здесь различные разрешения можно выставить для приложений. App Network Control, также отключить для каких-то приложений мобильную дату, то есть передачу по мобильной сети, где-то оставить просто Wi-Fi, убрать необходимые галочки. Boot from Boot Manager, автозапуск, вот какие приложения, но все равно вот я вставил индикатор. Местный диспетчер задач все это жестко убирает, в общем, в фоне эти программы не висят, их надо заново потом запускать. А здесь идет жесткий контроль приложений в фоне. Поговорим о камерах. Основная камера от Sony, Sony IMX258 f2.8 и фронтальная камера от Hynix High 846 на 8 мегапикселей f2.4. Вот такая информация от Device Info HV. Перейдем в стоковую камеру. Вот располагаются здесь 6500 W, don't. Надпись идет вот такая. Don't matter, puring shoot. В общем, какой-то вот режим. 6500 W. Видео, шорт видео, короткое видео, режим фото. Есть beauty режим, портрет моды, night shot, ночная съемка и режим панорамы. Вверху режим вспышка, HDR, различные фильтры, normal, effect, watermark, CLR. CLR это размытие. Перейдем в настройки. Picture size 13 мегапикселей, везде недоперевод, location info, brand, watermark, водяной знак, камера мута, без звука, touch, снимок по касанию, self-timer. 2-10 секунд, гридлайн, сетка, видео quality, здесь два режима, fine и high. High это HD режим, fine, конечный это Full HD. Посмотрим сейчас по фронтальной камере, что имеется. Short видео, фото, beauty, портрет моды. Портрет моды, такой вот режим фото. И здесь имеется режим вот такой, это режим blur, неплохой. Также имеется эффект, watermark, такие вот режимы. Перейдем в настройки. Picture size 8 мегапикселей, 4 к 3. Location Info, бренд Watermark, камера муты, ну, то же самое, что в основной камере настройки, и такие же настройки по видео, Fine, High, также умеет снимать Full HD и HD видео, фронтальная камера. Давайте сделаем сейчас тестовый снимок. Вроде бы есть автофокусировка, он сам фокусируется вот на тексте. Посмотрим, что получилось. Я думаю, неплохо снимает Sony IMX258. Давайте посмотрим, как видео снимает. Вот вроде, да, сам фокусируется. Достаточно шустро. Раз, два, три, тестовое видео. Смотрим, что получилось. 1920 на 1080, пишет в MP4, 30 FPS. 120 на 1080. Мне показалось, вот тиховато пишет. В чем проблема, непонятно. Хотя вот на улице видео писал. Там, в принципе, громкость достаточная. Может быть, проблема в стоке. Стоковая камера Subur S19. Поговорим сейчас о передней камере. Переключаемся и сразу переходит автоматом в режим Beauty. Посмотрим просто режим фото, как у нас справляется передняя камера. F2.4 на 8 мегапикселей. Не знаю даже, что и сказать. Как-то не очень снимает. Мыльно как-то снимает. Ну, давайте до этого посмотрим, я снимал. Здесь тоже не очень. Ну, 8 мегапикселей. Устройство бюджетное, что вы как бы хотели еще каких чудес. Посмотрим, как справляется с размытием блюр. Вот произошла обработка изображения. Вроде, да, голова от уши подъела. Ну, что-то пытается сделать все-таки камера. И у нас произошло вот такое вот размытие. Также по видео давайте посмотрим, что получается. Раз, два, три, тестовое видео. 1920 на 1080, пишет в MP4, 30 FPS. Такой вот результат. 3, 2, 3, тестовое видео. Subur S19. Передний качественный видео. Тиховато воспроизводит мультимедиа.
Subur S19, стоковая камера, качество видео Full HD 1920 на 1080, проверка передней камеры, проверка видеозаписи, проверка также стабилизации видео, гироскопа нету в аппарате, качество видео fine, конечное. Стоковая камера Subur S19, проверка видеозаписи, качество видео fine, Full HD 1920 на 1080. Проверка также стабилизации видео. Раз, два, три, раз, два, три. Тестовое видео. Subur S19. Качество видео Full HD 1920 на 1080. Проверка видеозаписи. Качество видео у нас fine, Full HD. Google камера Subur S19, качество видео Full HD 1920 на 1080, проверка видеозаписи, стабилизация видео включена, проверка также стабилизации видео. Камера Subur S19, проверка передней камеры, проверка видеозаписи, качество видео Full HD 1920 на 1080, стабилизация видео включена, проверка стабилизации видео. Open камера Subur S19, проверка видеозаписи, качество видео Full HD 1920 на 1080. Стабилизация видео включена, проверка стабилизации видео. Пройдемся по скринам, по тестам. В инженерном меню банд моды, первая симка 1.3.5.8, 7.20 банда нету, отсутствует. И также вот вторая симка 1.3.8, 7.20 банд отсутствует. 10 точек мультитач, Antutu версия 8.4.0, 90821 попугай. Общая информация, Subur 2019, Android 7.1.1, 64-битный на борту, MT6763VB, вот такой вот центральный процессор, Mali-G71 видеоускоритель, разрешение 1080 на 2280, оперативка LPDDR3-4X, еще информация по центральному процессору, по дисплею 5,84 дюйма, 480 DPI, основная камера 13 мегапикселей, передняя на 8 мегапикселей, батарея 3000 мАч, Android 7.1.1, еще информация, подключение, сеть, датчики, информация по датчикам, еще информация по датчикам, датчик освещенности, магнитометр, ориентации, приближения, шагомер, информация о флоиде, Subur 2019, еще информация по центральному процессору, Helio P23, MT6763V, 16 нанометров техпроцесс, еще информация, Mali-G71 видеоускоритель, по сети Wi-Fi 5 ГГц полоса поддерживается, батарея 3000 мА, Android 7.1.1 на борту, еще информация по основной камере, по передней информация, Mali-G71 видеоускоритель, температура, информация по датчикам, девайс NFHV, общая информация, еще общая информация, центральный процессор, по системе информация, по памяти, по камерам, уже говорили, основная камера от Sony, Sony MX258, F2.8 Hynix, H846, 8 мегапикселей, F2.4, еще информация по камерам, по батарее, сенсор-бокс, гироскопа, датчика давления, температуры нету, магнитный датчик имеется, компас, датчик приближения 10 сантиметров, датчик освещенности, 3D-марк результаты теста, доктор веб-лайт, полная проверка, вирусов не обнаружено, тест батареи 2844, заявлено 3000 мА, ну может быть так и есть. Проигрывание видео по Wi-Fi через YouTube. Яркость менее 50%. Дисплей, в принципе, здесь достаточно яркий. Качество видео 1080p. 4 часа 40 минут, около 5 часов. Но это, понятно, не оптимизированная прошивка. Разрешение 1080 на 2280. Свое дело делают. И происходит вот такой вот жор батареи. Вот расход заряда батареи. Время работы 4 часа 42 минуты. Смотрим Real Racing.
LG71 MP2 видеоускоритель, разрешение Full HD. Одна минута игры, 35,3 спереди, 37 сзади, еще может быть нагрев от рук. Modern Combat 5. Две минуты игры, 37,5, 39,2 сзади. World of Tanks, настройки высокие, 13 FPS, разрешение Full HD, настройки высокие. FPS. FPS. 4 минуты игры. 44 спереди. 40 сзади. Смотрим PUBG. Высокие настройки. Частота кадра средняя. Пробовал я и на максимуме играть, но желательно не играть, потому что будут лаги. Потому что здесь LG71 MP2 видеоускоритель, MT6763 процессор и Full HD разрешение. Отсюда все лаги будут. Игра будет тормозить. Двадцать пять минут игры, 41,3 спереди, 42 сзади. Я думаю, неплохой результат. Здесь немного все-таки продуман теплоотвод. Ну, давайте в конце плюсы и минусы по аппарату. В целом аппарат мне понравился. Давайте все же с минусов начнем. Самый жирный минус — это, конечно же, недоперевод здесь. В настройках очень много недоперевода. Но это обычное явление прошивки от Santin. Жор батарея. Виновата, я думаю, здесь программное обеспечение, наскоряк сляпано, ну хотя бы нету вирусов, и на том спасибо. Нет здесь бандов LTE 7-20, универсальный слот, утопленный маленький вот этот динамик, ну в принципе это уже у меня до капушки. Нет у нас индикатора пропущенных вызовов событий, нет гироскопа, NFC, не поддерживается OTG. Нагрев также идет под 43 градуса, но здесь получше дела, допустим, в том же Elephone A7H, на том же процессоре. Там под 45 градусов нагрев такой конкретно идет. Здесь еще более-менее 42-43, как-то продумали немного теплоотвод. Может, благодаря тому, что здесь у нас металл, и тепло как-то распределяется все же. Давайте к плюсам перейдем. Дизайн компактно выглядит. Xiaomi A2 Lite напоминает. Металлическая рамка. Здесь стекло. 4 ГБ оперативки, 64 встроенные, в принципе, это норма за эту цену. Также то, что здесь стоит MT6763, 16 нанометров техпроцесс, неплохой все-таки процессор. Экран отличный, сочный. Один минус, то, что здесь Full HD. Для кого-то это, конечно, плюс, то, что шрифты, нету пикселей и так далее.
Ну, если бы было здесь разрешение HD, ничего страшного, я думаю, тоже не было бы. Multitouch 10 точек. Батарея честная здесь, 2800 с копейками показал тестер. 3000 заявлено. Я думаю, здесь с этим все в порядке. GPS тоже в норме. Есть компас, магнитный датчик, нет вирусов. Сканер, Face ID, все отлично срабатывает. Динамики вот все-таки к минусу бы отнес бы. Воспроизведение после видео, вот, тиховат все-таки мультимедиа динамик. Я думаю, это все нужно поправлять в инженерном меню. Имеется также чехол в комплекте. Вот такой обзор. Это у нас был Subaru 2019. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Будет много интересного. Всем спасибо, пока.